Приехали на перекрытие двух теплиц. Теплица 3х6 арочная, не нашего производства. Засняли поликарбонат, покрасили каркас. Здесь видно, что соты горизонтально. Неправильно было перекрыть. Сейчас будем это все красиво делать и правильно перекрывать. Продолжается перекрытие двух теплиц 3х6 чужого производства. Первую теплицу перекрыли, прокрутили, верху ленты с профилем везде одели, внизу осталось здесь форточки такие вот и дверь. Вторая теплица также торцы, двери с форточками и плюс верху ленты с профилем, нацепили поликарбонат. Также установили резиновый торцевой уплотнитель. Все правильно установили поликарбонат. Сотами вертикально, если для сравнения. Вот здесь как все это выглядит, точно такая же теплица. И как мы делаем, монтаж перекрытия двух теплиц арочной 3х6, каждой теплице дверь. Также для сравнения, как должен быть трес соты вертикально, соты вертикально.